выставка «Металлообработка 2022». Москва, экспоцентр. Этот павильон там, где сварка. Тут куча компаний сварочных. Павильон форум. Легендарная фирма G2. Есть доставка пункта Озон, там что угодно. Это сейчас, да, сейчас информирую. И так вот, видите, заболел мой товарищ, приходится вам узнать. Что делать? В моем возрасте лазит по выставке. Движение, движение, жизнь. Да, конечно, будем гулять. Ну, просто вы для себя это поймите, дети. Компания Vector Group, интеграторы роботов Ванну. Молодцы, ребята. Легендарное сварочное оборудование, сварочные материалы и САП. Говорят, что работают, санкции им нипочем. У них здорово, все хорошо. Но на самом деле завод в Тюмени и в Питере, на самом деле, работают. По оборудованию говорят, что вроде проблем нет. Ну, посмотрим. Легендарное сварочное оборудование Чебора, Италия. Легендарные сварщики собрались. Так, ну их пока не видно, а ну вон он, Дато. Иван Кептула где-то бегает. Кирилл. Все тут. На самом деле классное оборудование. Мне нравится. Вот там же импульс от режима. Для того, чтобы выйти не по ранты изделения, чтобы это была поэтапа. К нему можно добавить воздухостного охлаждения для охлаждения тарелок. Вот. Это золотая серединка. По цели сориентировать без воздухостного охлаждения. Блок, что основа, просто где-то